Меня зовут Виталий. Заниматься начал фигурами где-то лет уже 5 занимаюсь. Вырезаю бензопилой. Доделываю потом уже стамесками. Пришел к этому, увидел в интернете поделки из дерева. Ну, попробовал первый раз. Начал делать с простых. Вырезал грибы большие, установил здесь у нас в Красном Боре на экологической тропе. Потом у меня сова появилась, так, орел. Ну и потом начал так потихоньку делать. По-разному. От, получается, от 3 до 5 дней. Когда 3, когда 5. Иногда бывает дефект, там трещина или что-то такое ситовое получается. Его выпиливаешь, и фигура меняется. Идея насчет почтового ящика родилась. Но я уже видел в интернете похожее такое. А почтовый ящик, конечно, другой был. Я придумал такой. Ну и сделал почтовый ящик. У нас открывается. Записываем. Здесь остается. Подходящее дерево просто нашел. С наростом было. Его использовал как сучок. На сучке почтовый ящик. Сосна. Сухостой делаю из сырого. Трещины большие дает при сушке. А сухостой уже это. Какие трещины есть, такие здесь. Чуть-чуть.